Операцию по очищению желчных протоков от камней провели калмыцкие врачи. До недавнего времени такие операции в республике не проводились. Пациентам приходилось выезжать на лечение в другие регионы. На сегодняшний день в резбольнице проведено порядка 10 операций. В том числе экстренно прооперирован 77-летний местный житель. Сегодня, значит, будет операция эндоскопическая папилосфинктеротомия в условиях операционной под наркозом с рентген-контролем. Данный вид мы впервые внедрили в этом году. Значит, уже было прооперировано 7 пациентов. Уникальность этой операции заключается в том, что это категория малоинвазивной хирургической операции. То есть пациент после операции через несколько часов уже может вставать, уже может передвигаться и со следующего дня уже полноценно принимать пищу. Категория у этих пациентов возрастная. Обычно старше 80 лет, поэтому это такая тяжелая группа пациентов. И данная методика позволяет хорошо получить хорошие результаты в лечении таких пожилых пациентов. По словам врачей, такой метод лечения противопоказан людям с ожирением, проблемами с дыхательной системой, а также страдающим сердечно-сосудистыми недугами. Не проводят операции с помощью эндоскопа и тем, у кого камни больше 2 сантиметров. Как отметил замглавврача резбольницы, врачи медучреждения повышают свою квалификацию. Кроме того, планомерно ведется работа по оснащению больницы современным оборудованием. Республиканская больница по многим направлениям внедряются новые методы лечения, какие-то новые виды операции. И не исключение, это вот эндоскопическое отделение, ресурсы и возможности которого позволяют заниматься данным видом оперативного вмешательства. Это отделение у нас молодое, там заведующий у нас активно посещает различные учебные процессы и старается внедрять все это в жизнь.